На всех избирательных участках строго соблюдаются санитарные нормы. Большинство избирателей приходят в масках, а тем, у кого их нет, выдают при входе. Выборы проходят хорошо, спокойно, в рамках законности. Наблюдатели турецкие. Вот они проверили, посмотрели, ушли без всяких замечаний, так сказать. Также всем членам ЦИКа, избирателям и всему персоналу на избирательных участках были предоставлены медицинские маски, перчатки и антисептики. В общем, выборы проходят хорошо. Больших нарушений не наблюдалось за сегодняшний день. Мы, как наблюдатели, следим только внутри помещения. Медперсонал работал в две смены. Во время выборов граждан с плохим самочувствием не наблюдалось, говорят они. Мы начали свое дежурство в 2 часа дня. Выборы проходят спокойно, пациентов с плохим самочувствием нет. К концу выборов не выявлено ни одного случая нарушения санитарных норм. Аяна Байзакова, Азамат Джапаков, Алатау 24.